Ну, в настоящий момент, конечно, оппозиция не имеет никакой реальной силы. Их лидеры непопулярны в народе, и на выборах, на самых честных, никаких шансов нет у них. Может, ну там максимум в какие-то там местные там советы депутатов, там избраться в местный парламент, и все, не более того. Я убежденный противник революции. Вот пример Украины показал, к чему это все приводит. Если это вовремя в зародыши не подавить. К власти, если кто-то думает, что к власти придут прям святые люди, идеалисты, к власти придет мразь. И жизнь в стране станет хуже, ну, я не знаю, во сколько там раз. У нас же, кажется, уже пример революции 17-го года должен был бы уже убедить в том, что Россия лимит революции уже исчерпала, это точно совершенно. Все. Нужно поступательное движение вперед. И не более того.